обслуживания. Кто на драконе не поехал, тот на море зря приехал. Осталось два свободных места. Все желающие прокатиться, подходим к четырем. Синим флагом надпись у конца. Выпил пиво кружку, садись к корсалу в плюшку. Двух-трех местные, экстремальнейшие плюшки. Самые экстремальные плюшки на побережье Азовского моря. Также доступен прокат водного мотоцикла с инструктором. Все желающие прокатиться.